нет предела совершенству. Так, ну что, сегодня будет, получается, третий тон. Да? По сравнению с евреями. Я так думаю. А кто это дает вообще направление? Сердце? Ну, в смысле, вообще по... По бумажкам кто пишет? Ну, Севастьян. Уж как он выбирает, я не знаю. Потому что несколько чтений. Сегодня два послания. Ну вот, угадал. Раз. Филин банк. Never mind. Don't worry. You're lucky. Thank you. Be successful. Once. Давай. А что, Виктор Андреевич, вам тоже приходится изучать, да? Приходится. Ну как? Ну, конечно. Изначально а латынь. Надо, да? Латынь. В институте. Латинский язык. Вы сейчас на латинском? Да. Вы сейчас на каком языке говорите? На английском. На английском. На немецком. Ignorance non est argumentum. Вот это латынь. Сколько языков знаешь, столько раз ты человек. Не знаешь языков, кто ты? Червь. Слушай, ну молодец, хорошо так. Вижу, кричит никто так. Ни один человек. Хоть я спросил, кто слышал. Ну, я на этом тоже. Тимио Донаус, Дону Ферентис. Гута Кватля, раз парадакс. Бис, да, идти туда. У меня мэмэ кунторте. Я. Интересно? Дремучий лес. Что, вы замолились? Нет, дочка, я замолился. Царю небесный, утешителю души истинный, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в ней и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Сам грешным. Благослови нас, Господи. Тебе слава, благодарение, честь и поклонение Отцу Сыну и Святому Духу Непрестанному веков. Аминь. 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 По милости Божьей сколько? Две недели прошло? Пошло? Да. Сколько осталось? Да. Пять. Пять. Пять еще недель. Так еще, я уже буду два раза. Поэтому имейте в виду. Исповедуйте, что значит еще две судьбы будут. Две или три, что-то я вот скажу. Ну так, через воскресенье, как все будет, через воскресенье. Так, вот это вот календарики. На этот год календарь. Я был в монастыре, я взял, если кому, с Акафисом. Акафис святителя Николая, Акафис Божьей Матери, умягчение злых сердец. Ого. Да, умягчение злых сердец молиться. Вот, Акафис. Поэтому, кому нужно, возьмите. Стоит 130 рублей, в кружку бросьте, кто возьмет. Так это может и другие. Да. Так, что еще вам сказать? Ну так, у нас все пока там живы в Потеряевке. Все. Опередили нас. Последствия наводнения пока не знаем, что будет там, как пойдет она. Еще вода не шла, уже скапливается, просто скапливается, должна рвануть, не как придет ей время. Везде уже все садится и скапливается вода. Вот, а пока еще такой нет. Все прокопали где-то, можно сливы там от снега очистили. Все. Везде идет он по этим новостям сообщает, там в разных областях, где уже в Алтайском крае наводнение показывает, как дома там по окна, до окон в воде. Да, люди по деревне на лодке плавают. Вроде снега-то мало. Но. Как вот, я не знаю, если там у кого свиньи, вот, допустим, у нас случится наводнение. Там у Андрея там свиньи с маленькими поросятами только. Как их? Куда? Это все. На крышу. А? На крышу.
Ну, куда ты на крышу затащишь? На крышу козу можно затащить. А свинья, она в центре где-то свинья весит. Да, эти, куда ты ее затащишь? Это нет. Вот. У нас, ну, благо, что у нас так нет на воде. Ну, подходит там где-то наша. В сарае там было у меня там. Там уже с крыши дома и на веранду. И там, видать, мед замерз лед. Это не водяной. И она как пошло, и все, на веранду это бежит. Ну, давай там мы убирать, да. Так, так, что еще? Ну, сегодня не знаю, как нас будет встречать Барабаш, на чем он будет там. Проедет или не поедет. На лодке. На лодке, если бы вся вода была бы до самого, то да. Не всегда. Да. Километр полтора сухо, потом 100 метров, а то не 100 метров, а 50 метров. Так что Мяша. Трактор на воздушных подушках. А? На воздушных подушках. Ну, на воздушных это. Их нет. Помоги. Владимира Владимировича надо вызывать. Не против? Сразу будет воздушная подушка. Что? На воздушной подушке они везде, они по снегу и по льду идут. А поэтому где-то она чуть-чуть проколется и все. Это тоже. А там ничего не прокалывается. Бочка, я вон, ну, там скажу. Материал-то какой-то. Там дует просто сильно. Ну все равно, она предназначена только для этого. Они по земле ездят. Да нет, нет, можно и... Ну, можно... Как покажешь, мы видим, что только по снегу и по льду там это. Спасают рыбаков там где-то по воде. Ну, вот так. Я сейчас еду посещать Любовь Петровну. Как ее фамилия? Брыткова. Вот я сейчас это Братова. Нет, не Братова. Брыткова, Любовь Петровна. Поклон передавайте. Да. Ко мне какие есть вопросы? Ой, батюшка, какие вопросы? Давай, задавай. Ну говори, что? Да нет, нет, все нормально, слава Богу. Батюшка, у меня такое предложение. Вот у нас в этом году поздняя Пасха. Очень поздняя. Вот мое предложение перенести вечернюю Пасху. Службу на 5 часов с середины апреля. Вот следующий ваш приезд как раз. Я не против. Ну что уже светло. Я попробую трудящие. Что трудящиеся попросят, то и сделаю. Пасха мне, поздняя. Мне в этом нет никакой. После Мариного стояния, может быть. Вы, ну, Марина, ну, вы отдельно проводите. Ну, Надя, вы между собой договоритесь здесь и все. А мне только поставите в известность. И благословили вы. Я благословляю, как вы согласуетесь, так и будет. Мы объявим, что с 13-го. Вот видите, здесь кто работает там, может быть, как-то с этим связано. Кто, ну, там? Обычно Пасха была вообще вот 11 апреля, а потом, да, уже с 5 всегда собирались. До 20-го, ну, да. Да. Пасха уже могла быть уже... Вот вот, след, через две субботу недели. Даже, уже вот, субботу. Могла быть Пасха. Понимаете? А в этом году очень год вот такой благоприятный. Представьте. Благоприятный. Петров пост только недели и 4 дня. А то 5 недель бывает. Вот 4. Да, Петров пост, он хороший пост. Что там? Да, хороший. Посты все хорошие. Посты все хорошие, все, все, все. Почему-то только... Хороший или плохой, по почему-то утробе своей судьи. Какой плохой? Хороший. Это аминь. Так. Ну так, что-то, благословляйте меня, я пойду переодеваться, собираться. Спасибо, Христос. Бочка, пакетик есть? Я повесил. Как всегда, вот здесь? Да, да, повесил. Спасибо, Христос. Ну, Марине передам. Ну, все, ничего, никаких больше нет наказов, вопросов нет. Все, занимайтесь сюда, я не буду задерживаться. Берегите себя, будьте здравы. Спасибо, Христос. Вам того же желаю. Спасибо, Христос. Сегодняшнее чтение, толкование Феофилакта Болгарского. Послание к евреям святого апостола Павла. Глава 1 и 2. Стихи с 10 в 1 главе по 3, 2 глава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Глава 1, стих 10. И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Дабы Ты, слыша слова, когда вводит первородного во вселенную, не подумал, что это дар, данный ему впоследствии от Отца. Показывай теперь, что Он Творец Вселенной не в последнее время, но издревле. Это также против Павла Самосадского и утверждает, что Христос прежде Марии, так как Он Творец твари, и против Ария,
считающего его помощником, или лучше орудием, так как выше было сказано, через которого и веки сотворил. Вот здесь он и представляется Творцом. Смотри, как соединяется вместе учение о несозданном существе и учение о домостроительстве. И иногда по причине первого – высокое, и иногда по причине второго – низкое. Стихи 11-12. «Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Толкование. Внушает нечто важнейшее, чем творение, именно изменение мира. Все изменится из тления в нетление. И так легко, как если бы кто свернул одежду. Если же так легко он совершит изменение и преобразование мира в лучшее, то мог ли он при первоначальном образовании мира иметь нужду в ком-нибудь другом? Немалое утешение здесь для бедствующих верующих знать, что дело не останется в таком состоянии, но получит преобразование, что тот, кого они почитают, живет и всегда будет жить, ибо лета твои не кончатся. Стих 13. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Толкование. Вот он опять ободряет их. И подлинно, не будут ли поражены враги их, а враги их, также враги и Христа. Не потому, что сын бессилен, говорится, что отец покорит врагов, ибо сын, который будет судить там, тем более мог бы воздать им здесь, но чтобы показать, какой честью отец почтил сына. Что отец гневается на врагов сына, не знак ли это чести, не знак ли это великой любви к сыну? Об этом же пространнее сказано в первом послании Коринфянам, о чем здесь отмечено «отыщи там». Стих 14. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Толкование. «Возвышает умы слушателей, показывая великое попечение о нас Божие. Если даже ангелов, превосходящих нас, поставил он служить нашему спасению. Кажется, также нападает на некоторых, воздающих сверхдолжное почитание ангелам, и в особенности на всех вообще евреев, преданных данному через ангелов закону и служению их в нем, даже предпочитающих их Христу. И так говорит: не служите им, ибо они сослужители наши. Посмотри, какое небольшое различие полагает он между тварями, хотя большое расстояние между ангелами и людьми. Однако он поставил их близ нас, ибо твари немного возвышаются над тварями. Послужили же ангелы много и в Ветхом, и в Новом Завете, когда помогали Иосифу советом, Матфея 1:24, когда благовестили пастырям, когда сидели при гробе и возвещали воскресение Христово, и когда поучали, что Он придет таким же образом, как и вознесся. Ангел являлся Корнилию, Деяния 11:13, Филиппу, Деяния 8:26, Петру в темнице, Деяния 12:7, и вообще бесчисленное множество таких примеров. Заметь, что ангельское дело – служить спасению людей, больше же делу самого Христа. Посему не должно пренебрегать таким служением. Глава 2, стих 1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Толкование. Так как, говорит, настолько велико превосходство говорившего нам Сына пред пророками и ангелами, служителями Ветхого Завета, то сказанному им должно внимать больше, чем закону. Но прямо он не сказал этого, чтобы не поразить их вначале. Он предоставил им делать заключение об этом из последующего.
Говорит это, не сравнивая Ветхий Завет с Новым, нет, но против мнения тех, которые с большой славой отзываются о Ветхом Завете и пренебрегают Новым. Чтобы не отпасть, то есть, чтобы нам не погибнуть, выражение заимствовал из притчи. «Сын мой, — говорит премудрый, — не упускай» – притчи 3.21, выражая и легкость от падения, и тяжесть погибели, ибо отпадшие трудно восстановить. Второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Толкование. Вот он открывает свое желание. Под словом, сказанным через ангелов, нужно разуметь или 10 заповедей, ибо справедливо, что тогда присутствовали ангелы, которым верен был еврейский народ. Они и производили трубные звуки, огонь, мрак и прочее, как говорится в послании Галатам, преподан через ангелов, Галатам 3.19, и в другом месте, которые приняли закон при служении ангелов, Деяния 7.53. Или под словом должно разуметь все повеления в Ветхом Завете, преподанные через ангелов, как, например, на месте плача во время судей при Самсоне, Судей 2.1, 13.3. Поэтому и не сказал закон, но слово, чтобы обозначить это. Итак, все это твердо, то есть было истинно, и угрозы приведены в исполнение, и ничего из этого не пропало. Не так, чтобы одно получило, а другое нет, но всякое, и ничто не осталось ненаказанным. Наказание называют воздаянием, и хотя это слово употребляется в хорошем смысле, но апостол не заботится о выражениях. Третий стих. То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Толкование. Там слово, здесь спасение. Если и там было спасение, то невеликое. Избавлялись от неприятностей и получали земные блага. Здесь же далеко большее. Поэтому и сказал о толиком. Ибо разрушение смерти, погибель демонов, Царство Небесное, все это приходит нам по слову Сына. Придавая достоверность своим словам, говорит, что спасение это возвещено не через пророков или ангелов, но от самого Владыки всех, от самого Источника получило начало. Затем распространилось и среди нас истинно и верно через самовидцев слова и слуг. Об этом Лука говорит, от Луки 1.2. Они твердо наставили нас. Как же в другом месте апостол говорит, не от людей слышал, Галатам 1.12. Потому что там важно и необходимо было настоять на мысли, что он не учился у людей, ибо его осуждали, что он не слышал Господа. И потому он подвергался опасности, что его проповедь не будет иметь веры со стороны его учеников. А теперь нет такой нужды в этом, ибо не евреям он проповедовал, не у них, и осуждали его, что он учился у людей, а не у Христа. Богу нашему слава! Во веки аминь. Аминь. Подалящих. Полина болеет, Полинария, тут она из одной болячки в другую, бесконечно болеет, так что молитесь о ней. Кто еще болящие? Кольгуева Надежда, но она дома находится, отказались от реабилитации. Здесь положительная динамика, слава Богу, благодарим Господа. Ну, то есть она узнает, да? Да, она, ну, это когда Лёва приехал в больницу, вот, когда она уже была второй раз оперирована, ну, в ближайшие послеоперационные дни. Его только перевели из реанимации, он приехал. Да это вообще небо и земля. Как она была вообще овощ, называется. И, слава Богу, операция была успешной. Господи, слава тебе. Да. Марина. Болеет. Марина болеет, будем молиться. Надежда Васильевна, где? Что-то ее второе воскресенье я не вижу. Она что, при смерти? Там Любовь Николаевна ее спроси. Я спрашиваю, Любовь Николаевна была.
чихает, нельзя заражать. А, вот что, ну понятно. Изолировано. Изоляции. Да. Ясно. Татьяна Кузьмич, что болеет. Я вижу, что крысо выходит. Нет, тоже. Татьяна Кузьмична болеет, молимся. Ага. Расскажите про это. Татьяна Кузьмична передает всем поклон. Она хотела прийти, но не смогла. Силы это не дают. Маргарита пошла в другой храм. Она звонила Татьяне. Пошла в другой храм. Она 4:40 мне каждый день звонит, Татьяна. Ну, от роботов нету никого. Людмила Степановна болеет, так что молитесь о ней тоже постоянно. Она вообще, говорит, очень сильно болеет. Антонина Севастьяновна, может, надо ее навестить как-то? Сестры, Людмила Степановна давно нету, и она вне поля зрения нашего. На этой неделе навестить. Еще кто-то? Она еще. Навестите, пожалуйста. Да. Так, брат Игорь, когда он говорит, что... 8 апреля должен приехать. 7? 8 апреля. 8 апреля приехать. Ну, ангел-хранитель ему по пути, и там завершение всех его дел благополучно. Ну, получили известие о том, что у брата нашего Андрея серьезная ситуация с его фермой, там может затопить его в любой момент, так что молимся, чтобы эту дамбу не прорвало, и чтобы сохранилась его ферма. Ну, что там за реки? Еще какие у нас просьбы были? Валентина тоже там, да, у Валентины. В зоне тоже подтопление, живут, говорит, по улице уже рекой, говорит, идет река. И у нее затопило сарайку, где у нее дрова, а она же топит печку дровами, и вот, говорит, как мне сарайку, чем мне ее отчерпать, в общем, он, ну, а у нее так, это, переживает очень. Ну, и, говорит, этот дом, если еще затопит, говорит, никогда такого не было, чтобы до сарайки вода доходила. Дошла в этом году. Снега было мало, но земля из-за этого промерзла, из-за того, что снега мало. И она ничего не впитывает, все идет сверху. Понятно. Ну, Антонина Севастьяновна, она такая бодрая была. Она такая радостная, дочь говорит, она такая радостная, такая счастливая, что она добралась. Ее на такси посадили, она сама, и обратно мы ее на такси посадили. Там дочь ее встретила, все замечательно. И она хочет прийти еще раз. Возможно, на Вербное она также приедет сюда. Очень радость для нее. Слава Христу, что она еще так бодрая, мобильная, радостная. Так, продолжаются у нас встречи с детьми со Священным Писанием. Ну, родители помогают, видать, дети приходят. Вот, вчера попытался рассказать им о покаянном каноне Андрея Крицкого. Ну, как получилось, так получилось, очень сложно. Потому что они никто не ходит на этот канон, вообще они ничего не знают, и вообще у них с грехами все пока в порядке. Поэтому попробуй расскажи человеку, что такое грех, когда он думает, что всегда будет безгрешен или вообще никогда не придет этого состояния. Ну вот так, но надо знакомить, потому что, ну как с ними о Слове Божьем говорят, а ведь Слово Божие полностью переполняет этот великий покаянный канон. И поэтому мы поговорили о Слове Божьем в этом каноне. И там еще интересно. Есть перевод, ну, еще дореволюционный, на стихотворной форме полностью всего покаянного канона. И он до такой степени великолепный. Кто написал? Я потом скажу. Ну, написал кто-то, да. И поэтому я вот им начал, с этого и начал. То есть прочитал, но это как-то, ну, ближе. Ну и на церковно-славянском, конечно, я ничего не читал. Потому что на церковно-славянском языке покаянный канон — это просто, ну, запредельно, это, не знаю, надо какого-то супер талантливого человека, чтобы он осознал и понял, да, что там написано. На русском языке немножко корявенько, а вот на стихотворной форме, ну, все-таки стихи есть стихи, сами знаете. Вот проповеди Игнатия Тихоновича в стихах и... Такая глубина в одном стихе может быть, не знаю там сколько. Все, что ты прошел за свою жизнь, все может в одном стихе быть. А он намного длиннее в стихах получился? Он 50, вот у меня 50 страниц в 10 тексте. В 10-м это шрифте. 50 страниц. Вот получается сколько? Ну, 12, ну, 10 страниц одна. Современным языком, да? Ну, немного, не со... все-таки это царского еще. Ну, там живота может быть написано. Ну, понятно, о чем речь идет. О жизни. Там вообще все понятно.
Ну и там был Владимир Милехин, сказал, что великолепно просто вот это в поэтическом слове. Помогло это очень. Все-таки немного приблизили, попонятнее. Как тебе удалось найти эту стихотворную форму? Там много всего-всего, я увидел, что перевод поэтический, я думаю, странно. Даже неужели такое кто-то решился на это? Я даже заглянул-то ради интереса. А оказывается, полностью переведенный канон. Я думаю, если бы у нас тут его читать, его не надо читать, его петь можно. Он прям ложится на песнопение. Это не церковно-славянский, где это нормально на русском языке. Ну, никто не взялся за это пока. Поэтому. Ну, у нас что есть, у нас зато три ступени. Благодарственное еще и словословие. Об этом я, правда, не рассказывал. Детишка, может быть, еще когда-то придет время. Марина стояние еще впереди. Вот так. Ну, и еще идут у нас встречи со Словом Божьим. Я не называю занятиями, потому что я не великий учитель. И не знаю, учится кто-то или не учится, потому что никто не записывает, я ничего не вижу этого. Просто я готовлю лекции. Одни идут по книге «Бытия», вторая глава сейчас о душе и теле. Ну, дебаты бывают очень дань пыль до небес. Ну и там дальше рай, там, ну и все остальное прочее. Что во второй главе, там много чего есть. И «Деяния святых апостолов». «Деяния святых апостолов» так, чтобы попросили меня, чтобы все поняли. Вот сейчас мы проходим географию «Деяний святых апостолов». И на это нас побудил Иоанн Златоуст. Он так и сказал, единственная историографическая книга «Деяния», он считает так. Историографическая, вот так. И действительно, когда туда заглядывают, начинается Метелены, там Фиатиры, Диоскуры. Запутались, и ничего никто не понял и не знает. Поэтому мы просто начали с географии, чтобы никто не путался. А потом будет очень-очень легко. Тяжело в учении, легко в бою. В нашем времени эти города, говоришь, теперь да, так называются? Обязательно, да, обязательно. Эти местности, города, все. Помоги Господи не заблудиться. Слава Христу. У меня, Игнатий Ильич, возникало не один раз уже предложение. Может быть, покаянный канон, который в трех ступенях, его тоже опубликовать? Опубликовали, по всему миру пустили. Нет, я имею в виду в книге, вот, чтобы как вот книга у вас. Отдельная. Отдельной книгой. Ну, на нем у нас напечатано, отдельно печатайте. До пятого-то. Я дам сегодня. Вы не поняли, да понял. Володя может издать зелененькую брошюру отдельно. Вот они лежат. Да там брошюра. Нет, там одной брошюры не отделаться. Нет, ты что? Ничего себе брошюра. Целая книга, да? Да, там книга будет. Вот тут раза в три больше толще, чем вот это. Ну как у нас, мы же канон Трехгрисова Марина, по-моему, да, принесла, распространяла. Через магазин, наверное, да, покупали. Да, да, да. Так, а болящих мы всех вспомнили, кто нуждается в нашей помощи, кто немощный, кто-то, может быть, остался вне нашего поля зрения. Ну, я хочу поблагодарить всех за молитвы, кто молился о сыне Никите, который был в командировке в Шанхае, благополучно вернулся, так что, слава Богу, благодарение. И высылаем благодарение Господу за удачное путешествие и возвращение в мире и здравии. Можно коротенько сказать. На меня через Володю вышла женщина, Лариса Сухоплюева. Но я сначала просто думаю, бабушка из деревни, она говорит, хочу вашу песню положить на музыку деревенька. Я говорю, да у меня уже другая есть. Она говорит, ну вот мне так захотелось. А она не ложится вообще. Там стих такой. И мне пришлось переделать. Ну, думаю, ладно, человек хочет. Ладно, а потом начали общаться, это настолько уникальный, интересный человек. И она сама с Алтая, и она говорит, я так желаю принять истинное крещение. Она поет уже 30 с лишним лет на клиросе. Нет. В храмах, по разным храмам ездит. Очень такая женщина активная, шустрая. Она была художественным руководителем. У нее хоры, у нее эти ансамбли были. Они выездные даже были, вот такие русские песни народные пели. Она отделами по работе с населением залила. И вот с ней настолько интересное вот живое общение.
мы в духовном плане, она что-то спрашивает, там я отвечаю. И вот уже она уже 3 стиха ей надо, уже 3 стиха мы с ней переделали. Вот это вот она уже взялась. Будет, говорит, исполнять все это в клубе, там, говорит, у нас, ну, как ты, Надя, делала, все там с аранжировкой, все вот это, мне, говорит, сделают под музыку, все, говорит, будет красиво. У нее был очень хороший голос, уникальный, а потом она на выборах спела 30 песен на улице, говорит, на холоде, и связки порвались, лопнули, разошлись у нее. И после операции, конечно, у нее уже 10% только голоса осталось. Но вот настолько с ней интересно, у нее столько вот из жизни, вот я не знаю, это Бог вот так делает. Помолитесь, ей очень охота крещение принять. Она не знает, как на Игната Тихоновича все выйти. Как бы мне, говорит, позвонить, поговорить, а у нее нет только телефон, в деревне она живет. И вот я, говорит, готова на месяц приехать работать в лагере, да хоть на все лето, говорит, я приеду, работать буду, нет, все буду делать. Работать, есть, главное, есть, чтобы отработать. Все есть. Ну помолитесь, чтобы она не будешь, хочет очень, а? Ну ты петь приготовилась. Петь? Ну что, спеть пропуск? Нет, да, хотите, да, спою. Ты что-то про деревеньку. Нет, это не мое. Время поста к покаянию нас приведет, от излишних избавит забот, со Христом примиряя. Только молись, дверь плотнее закрыв за собой, и тогда ощутишь ты порой, кто в тебе пребывает. Здесь на земле только тень его будущих благ, и на Христа уповая душа томится. Смерть не страшна, если с Богом вступил ты в союз, из души сбросил тяжесть и груз, жизнь к нему устремится. Время придет, дать отчет уж исполнился срок, и Спаситель стоит у ворот, нас с тобой ожидая. Верю и жду, что спасенной приду ко Христу, и надежда на Бога меня в этом не постыжает. Скорбь понести Бог не даст нам сверх меры любя, и потому на него в горе полагайся. Радость и грусть рука об руку в жизни идут, и молитвою ты ко Христу от унынья спасайся. И надеждою ты на Христа от унынья спасайся. Поблагодарите брата Сергея, это он меня подвиг. Напиши на темную ночь, вот напиши. Спаси Христос. Я еще хочу сказать, напомнить о том, что путешествующая наша сестра Галина, постоянно помните о ней. Вот. И сестра наша Агния нуждается в наших молитвах. Помните, что в нее ситуация, ее должны вызвать на операцию, чтобы она успела после операции еще реабилитироваться, успешно сдать экзамены на 9-й класс. Слава Господи. Я вот как раз обучающихся хотела попросить помолиться. Сейчас приближается сессия у всех наших студентов, у всех, кто учится. Вот у Агнии 9 класс ОГЭ, у Леры 11 ЕГЭ, уже все финальная прямая. У Ефросиньи и у Ксении окончание учебы. Это и колледж, это и вуз, то есть дипломные уже работы. И, ну, у Ивана там он заочник, у него еще не выпускной, но тоже сессии, в общем, начинаются. Молитесь об учащихся всех, да, кто у нас учится. У Тарасия ЕГЭ тоже, да, сейчас в 11-м же. То есть у нас достаточно учеников. 11-м заканчиваю. Ну, в 11-м, да. Сестры, почему? Так что...
Виктор учится. Ну, в общем, у всех сессия, вот у есть у ВЭГ еще и два дипломника у нас. Ого. Поэтому Ефросинья, у нее началась учеба, пока они там теорию только учат. Дальше практика будет, ну и тоже диплом на носу уже. Экзамены на этой неделе, вот мы вчера с ней разговаривали, она уже три экзамена сдала каких-то вот, которые идут уже, ну как, преддипломные, да, уже все они там. Дифференциальные, как-то она сказала слово, я забыла. Она оттуда ездит из деревни. Да, да, она всегда ездит. Я предлагала у нее оставаться, ночевать, там есть спальное место, но она говорит, я буду ночевать дома. Она каждый раз ездит. Не болеет или что? Ничего, ничего не сказала. Ясно. Ну что, Игнат Игоревич? Вы заметили, что у нас новый человек? Да. Почему не спрашиваете? Давайте спросим, кто он и что такое, откуда, зачем. Да. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Георгий. Встань. Расскажи о себе. Я из города Оренбурга, мне 18 лет. Работал в Орегово вообще на фирме. Так, а в Оренбурге чем занимался? Зачем учился 18 лет? Учился, но потом бросил, работать пошел. Учился в школе или в колледже? На повара. На кого? На повара, конечно. На повара? Да. Не закончил? Не закончил. Сколько не закончил? Два курса осталось. Еще два курса. Угу. Ну, для домашних сумеешь приготовить пищу. А к Андрею вот до лета или вообще на ферму здесь навсегда переезжаешь? Ну, тут ты как маленькая. Нет, может, он на выходные просто приехал. На 180 лет он поехал. Как будет, он 300. Ну, что ты за него отвечаешь? Да, вот именно. Ну, все вопросы. Ребята. Какие планы? Ну, вообще на постоянно. Ну, постоянно. Еще как вышел на Андрея? Через из общины. Ну, постоянно. Через интернет-содружество? Через интернет-содружество. Через интернет-содружество. Так. Еще вопросы? А крещеный, готовишься к крещению? Готовлюсь. Как она же общая, не знаю. Да. Вообще через интернет сначала, потом уже... Так вот, почти полгода назад уже там... Ну, как через интернет? Что попался ролик? Попался ролик, а потом я добавился через... В группе, через интернет-содружество Михаил Каримов добавился. Не вместе с Каримовым. Да. Из его города, да? Да, из него. А в интернете ролик попался, то есть у тебя были поиски духовные, или ты уже ходил в храм, читал литературу? Просто, то есть вот... Просто попался, я запомнил, а потом... И, значит, смотреть, да. И все. А до этого не было ни чтения Священного Писания, ни хождения в... Семья неверующая? Нет, неверующая. А как родители отнеслись, что так далеко уехал? Ну, то, что уехал, положительно, в каком-то плане. Конечно, переживает, но так не против. Расписку мать дала. Что она не против, что он поехал. Ну, в принципе, он совершеннолетний. Ну, совершеннолетние, а устроить можно такое. Совершеннолетние, здесь способны. Сейчас киднеппинг напишут. Ну, вот Тарас с Нестором тоже 18. Да? Молодые парнишки. А в армии? Не годен. А у тебя есть билет? Я в 15 лет косил через психиатрию специально. Такие вещи услышали. Сейчас тебя привлекут. Не надо. Ничего это говорить, ты об этом не надо. Об этом стоит помолчать. Да, как следует, причем. Зашей рот себе. Все, Игнатьич, у вас есть вопрос? Нет вопроса. Я еще надо его знаю. Вы давайте. Ну, мы вот спросили, все. Мы переписывались. Мы исчерпались. Вопросы задали. Благодарим. Присаживайтесь. Вам тоже. Международная обстановка. Я не знаю, кто как, что, вы можете проверить. Сегодня одно говорят, а завтра может быть другое. Показали тайно, начали строить в Иерусалиме третий храм. Вам понятно, если к чему идет? Хамасу объявили войну на истребление. Ту территорию, которую занимает Израиль, и которая враждебна, Иран и Ирак, 500 раз больше, и ничего не могут сделать с ним. Почему? Вы помните, Господь вывел, когда Авраам и сказал, от тебя будет потомство, как звезд на небе. А сколько звезд?
Больше 9000 еще никто не видел, посчитать. 9000. 9000. Это, ну, у него телескопа не было. Но 9-то 9. А сколько евреев сегодня? Данные по интернету показывают 25 миллионов. Из них 7 миллионов только внутри живет. Значит, то, что было сказано ему, это надо умножить еще на 2000, в 2000 раз. А тут тоже надо задуматься, где этот предел, будет или не будет. Второе. Вчера только я посмотрел. Ну, я попросил брата Владимира рядом быть. Нет, это нормально. Александр Григорьевич Лукашенко дает интервью. Интервью такого характера. Зачем они это через Россию, как бывший Кёнигсберг, Калининград? 45 километров. Но так как они не пропускают, Польша там где, надо 450 делать. Значит, а мы пробьем все равно. Военное действие. Польшу поднимает на это. Это прямо вплотную, я смотрел, один раз посмотрел. То есть, если так смотреть по большому счету, то это так уже было в мире. Один человек сказал, вы то дайте нам, а мы вам дадим то. Они пошли, они сразу объявили ему войну и приключили. Вы знаете, как это было, с чего начиналась мировая война. Дальше Франция практически объявляет войну. Я не разбираюсь в технике, но я знаю, что когда начали говорить, президент переизбранный, он сказал, не забывайте, мы ядерная держава. То есть в любой момент можем применить. Это мы должны понимать, что за этим следует. А это следует то, что если Машиах, Мессия пришел, объявили его пришествие, что сосуды, которые были похищены, в большинстве возвращенные, пепел рыжей девицы приготовили. Телицы. А? Телицы. Телицы, ну, телицы. Девица, телица. Объявили, что сколько лет работали над этим, чтобы ни одной шерстинки не было, ни рыжей. И несколько раввинов уехали в США, надели, проверили, такое и есть. Генетически отобрали. Написано в Писании, они придерживаются буквально. А что дальше будет, вы историю знаете. Если не знаете, читайте Откровение Иоанна Богослова, 13 глава. И 17-18, касающийся нас всех. Я к чему говорю? К тому, чтобы праздновать эту жизнь прекратили. Я неоднократно уже говорил об этом. У нас такая идет работа, это уже всем понятно. Такой интернетное содружество такого нет нигде, как у нас только. Один брат, только Игорь Владимирович, какие уроки ведет. И каждые два часа у нас дозвон, начинается звонить. Звонит на молитву и спрашивает, кто будет. То есть новые люди, которые приходят, мы знаем, кто заболел, что. Все делится здесь. Вот они, допустим, занятия идут, час. Следующие полчаса объявляются всегда, мои полчаса, вопросы и ответы. Нигде больше этого нет. Чтобы православные любили так Слово Божие, знали святых отцов и по канонам провели, усваивая житие святых. Этого нигде больше в мире нету. Ясное дело, что если что-то будет где-то, про нас они не забудут. Но по сегодняшний день, пока нас Господь хранит. Это хорошо, что нас сказали, об этой популярной болезни не разговаривать. О том, что идет операции, не разговаривать. Вчера показали только, сколько женщин знатных в Российской Федерации сидят уже по тюрьмам. Где-то высказались, фейк. 3-4 года. И вчера перечислять, какие они должности занимали, все это, ну, просто высокого ранга. И здесь уже и фотографии все показывают. Секрета никто не делает. И тот, которого сняли оттуда, вы знаете, как его имя. Мы молились все время о том, чтобы Бог укротил мятежников. Они обещают, что митинги... Протесты взамен ничего не давая, кроме смерти. Кроме вечной погибели. И как все было приготовлено, и они думали, что невыгодно до выборов было, однако умер, и кто сейчас уже все раскручивается. Какую роль играла жена, звать ее Юлия Борисовна.
все показали. Два года не была, где она бывала, с кем на пляже, какие деньги, откуда люди работают. Работает. Она нападала, мы вроде растопчем вас, к чему добивался мой муж. Ну, это просто люди вообще ненормальные. И вот я опять же говорю из того, что я сам не разговаривал. А там написано, будто бы президент Российской Федерации сказал, поступают какие-то, ну, видимо, очень важные для Америки, для Украины, какие-то орудия, там, называются пацифры. Он сразу сказал, это мы уничтожим. То есть речь идет не о двух-трех днях. Вот сейчас мобилизация, те, которые в армии не служили, идет. Для чего это? Услышите о войнах, военных слухах. Но это еще не конец. Меня спрашивают, что дальше будет? Дальше отменяется денежная система. Руку только показал, она ищет тебя, полиция не ищет, сразу двери захлопнулись. Ловить не надо. Сами придете. В магазин нас этим взял, раньше было, маски нету. Все, выходи. А продукты положи на место. Мы живем в такое время, когда спать не надо. А вы заключите вот все, раз у вас нету выхода в интернет, то есть не хотите. Что значит нету? Когда имеет все это, она не может зайти, и надо заглянет только и все. Какие там у нас работы идут? И сейчас по Новому Завету писалитистам, так, евреям проходит. Это не просто так. Это подготовка тружеников на небе Божьей. Многим еще это непонятно. А какой выход? Между собой заключайте маленькие союзы. Ты близко сидишь с ней, поговори, в какое время можете выйти на молитву. Установите ночное бдение. Поговорите друг с другом. У кого эта возможность есть? Ну, мы начинаем здесь, Алтайске, в 5 утра. В 5 утра мы уже на молитве. Время такое, что спать не надо. Почему, говорит, спящие спят ночью и пьяницы ночью. Это мы считаем священное писание где-то. Побудил я вас или нет? Скажет, Сергей Павлович, ты начал это дело, что вот собираемся вместе. Все знают, что это твой труд был. Начни организовывать. Они вот сейчас разойдутся, и дальше ничего не будет. Это может по 2-3 человека, это группа. В какое время вы... Ну, это где мы выходим. Ну, там дается дозвон, тебе в домный звонок. Но если у тебя нет ничего, ну, договоритесь в письменном виде. Начинайте молиться. Я говорю о том, о чем, может быть, не придется говорить. Вы не забывайте, что в Алтайском крае, здесь где-то там есть специально атомные, как называют, ну, батюшка там у них был, служил, бригады. Оружие. Они мимо не пройдут. Если они сегодня там вздумают их потревожить, то от нас трухи не останется здесь. Я лажу голубям, только залез и слышу, военная сирена забыла. Никогда, можно сказать, так не слышал, но тревожно надо. Почему? Все эти квадрокоперы, которые опускают где-то, они сказали в любом месте. И сейчас вот эти, которые устроили расстрел, как называется? Да, дальше. Ну, как? Крокус. 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 Я первое говорю. Первое три слова – это крошка, а второе – кусок. Два слова, соединенные вместе. Крокус. Крокус – это растение такое, цветок показывает. Цветок – это заманка. Меня спрашивают, а вы как считаете, какая причина? А уже сколько было их? 11 человек задержали. Президент сказал, мы выставим до конца, узнаем, кто он нанимал. Вот его допрашивают, там он вот так вот сидит, вот так вот. Видно, что с ним поработали. Так, мне позвонили. Сказали, 500 000 денег дают. Чем больше убьешь, тем лучше. Оружие прислали, все. Все там, Азербайджан, это... Таджики. Таджикистан, кажется. Да. А Таджикистан, это не кажется, рядом. Теперь, просто так не оставят. Это начнут их выжимать, как Лукашенко делал. Ни одного в стране нет у него. Мы живем на перекате. Стабильной остановки нету совсем. Спать некогда. Давид говорит, я встану рано. Я пробуждать хочу вас. Меня слышишь? Мы не чужие друг другу. Нам многое Бог открыл.
И поэтому сегодня вот не расходитесь, пока не заключите союз по 2-3 человека. Маленькие группы будут молитвенные. Хорошо это? Мы считаем об этом 1 Фессалоникийцам 5.17, об этом. Непрестанно молитесь. Два слова, стих закончился. Непрестанно. Почему? Есть неусыпающие псалтырь. Молятся, договорились, по 30 псалмов, в следующем в такое-то время пробуждается, в такое-то. Мне из разных стран это звонят. Это Александр такой есть, святой, неусыпающий называется. Ну, как-то проснитесь. Какие рекомендуете молитвы читать? О чем молиться? Что, Игнат Тихонович, хочет, чтобы мы молились? Ну, ты можешь, о чем я говорю? Вот это двигайте, вот это сметьте с места, остальное никуда не денется. У нас тут работа идет, я корректуру занимаюсь. Святому молись. На все вопросы приходится отвечать. Нас будут искать. На нас сегодня столько поношений. Почему? Мы живые. Иначе враг бы не тратил такие силы на нас. Я только перед этим сегодня заглянул. Конца края нет. И чего только не говорят. Почему? У них ничего нет, у людей. И сатана лютует, чтобы нас поссорить, побросить, закрыть. И прочее. Мы должны отреагировать абсолютно правильно. Так говорит Господь. Господь избрал по два. 12 пошли по два по миру. 70 избрал, пошли по два. Моисей и Аарон по два. Кирилл и Мефодий, вот они, по два. Даже по два человека соединитесь и начинайте двигаться. Сами подумайте, у нас раньше было, ну, сегодня у нас есть как по интернету, а раньше мы материалы ходили, в день по 100 примерно квартир обходили. Сегодня нет. Вот обернись назад за эти месяцы этого Нового года. Что сделали? Новая душа пришла какая-то. А мы каждый день получаем известие, все новые и новые души приходят. Но там, где они есть. Мы говорим, ищите, чтобы далеко не ездить, крещение и прочее. Бог показывает плоды. Я вот как говорю и как почему-то думаю, бери на себя это, двигай наших братьев, сестер. В такой обстановке, вот такое благоприятное времени, его больше не будет. Когда у нас шли занятия в университетах, я говорил, у нас золотое время, наша община вписалась как. Занятия непрерывно шли, и по телевидению, и фильмы ставили. Сейчас все это запрещено, уже нету, туда возврата нету. Мы работали в тюрьме 18 лет, возврата нету. Москва дала указание, кто-то что-то сделал, и так кому-то помогли бежать. Как Сталин говорил, нехорошее слово такое, говорит, нет человека, нет проблемы. Фу, щепки летят. Не люблю это слово. И поэтому, кто создает вот это, я называю, нерешенный вопрос, они им занимаются и кардинально. Я очень прошу, нигде не говори, потому что и птица крылатая перенесет твои слова. Так перемудрый Соломон говорит. Надо где? На ухо шепнул друг другу. И не просто, а молиться об этом надо. Молитесь за врагов. Я могу молиться за врагов, но там больше требуется. Любите врагов. Уж сколько я вожусь с этими врагами, и каждый день молюсь за них, и желаю блага. А на молитве вижу, что не хватает любви. Он пакости творит, он пишет что угодно, он поносит, разрушает дело, что поставили задачу уничтожить Потеряевку и интернетное сообщество. Даже не скрывают уже. И возлюби. Другого нет. Единственное оружие. Мы когда разъезжали, дарили в разные библиотеки книги, вот лежат 38 томов, полный комплект, 51 тысяча. И мы подарили в 650 библиотек. От Тихого океана до Атлантического. Скандинавия и Прибалтика. Нас никто к этому не побуждал. Только когда мы сказали, едем до Москвы, а батюшка здесь карта была, батюшка только одно слово сказал, безумие. А теперь я ему говорю, батюшка, безумие это или нет? Понимаете? Это у нас все в прошлом. У нас опыт, мы можем передавать другим. К нам обращаются как к знающим, мы на практике это испытали. И выход только один, пробудитесь от сна и начните сегодня заботиться. О чем я сказал? У нас пока времени, я совсем не могу, даже отвечать, просят, откладываю до самого где-то. Вы Дугина слышали такого, Александр? Дугин, профессор? Да. Дугин. Мыслитель российский. У него дочь Дарья была. И она поехала где-то. Он говорит, что это
Это ее они преследовали. Заложили взрыв ей. И дорога на полной скорости ехала, взрыв. Она погибла. На самом деле за ним гоняются. И вот сейчас у меня ему 8 книг даже моих отнести. На меня его вывели. И мы с ним только немного познакомились. Он очень расположен. Он знает, что такое народности, какие, как, где, с кем объединяться, как. Многим это не... А я только говорю о том, весь мир завоюешь, о душе повредишь. И он должен, как получит мои книги, думаю, мы обязательно с ним встретимся. Расстались очень хорошо. И вот она ехала, Дарья. Сколько, 29 что ли, лет было-то? Рванула сразу смерть, наверное. Я не знаю ее. Но сказать, она была ли евангельского духа, тоже не знаю. Видел ли я в церкви? Нет. Я знаю только его скорбь. Видите как? А если вы знаете о помощи, вы будете об этом молиться и прилагать к себе, а что будет со мной завтра. Вот. Она патриотка была, дочь его. Патриотка. А? Журналист хороший, патриотка была. В России. Во славу Божию. Слава Христу. Завершаем. Достойно есть якого истину, положить дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Милостивый Господи, спаси и помилуй раб своих. Прими наши молитвы, воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Боже, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили слово истины. Коснись их сердец. Помоги им твердо поверить в то, что покаяние возможно только при этой жизни. За гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, честь и поклонение за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спаси Христос. Спаси Господи. Так.